В период весенней просушки региональных дорог, которая в этом году пройдет в Ленинградской области с 1 по 30 апреля, контролировать движение большегрузов будут передвижные посты весового контроля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Ленинградской области. Запрет проезда будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам. Работу по обеспечению безопасности на региональных трассах будут вести государственное казенное учреждение «Ленавтодор», управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Северо-Западное межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора. Напомним, что мероприятия по временному ограничению движения проводятся ежегодно в период весенних паводков и направлены на сохранение нормативного состояния дорог.